Значимости выстраивания этой сквозной транспортной артерии, которая призвана связать. Особо подчеркну, что уникальная транспортная артерия Север-Юг, часть которой станет железнодорожная, частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток. Данное соглашение сегодняшней встречи на самом деле... Упомяну, что новую магистраль имеется в виду задействовать в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки. И таким образом этот транспортный коридор внесет осязаемый, заметный, практический вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Я хотел бы, чтобы этот проект был выполнен как скорее можно. Господин Новак, я так понимаю, что у него практический подход. Я очень надеюсь, чтобы этот проект был также серьезно выполнен. Господин президент, спасибо вам большое за ваше личное участие в реализации этого проекта. The US and Russia are dangerously close to an armed conflict. This year, 2023, New Delhi will be the capital of global diplomacy. For a country as diverse as ours, with 88% of the population illiterate, it was a very big deal to write a constitution, and that too, the world's largest. Meanwhile, if we may, here's a Republic Day gift from India for the BBC. A list of suggestions for the BBC for their upcoming documentaries. Number one, the Kohinoor and the colonial loot. Number two, an outdated monarchy and unhealthy obsession with the royals. Number three, racism in 2023. We're waiting.